Добрый день, на связи Планета Авто. Сегодня у нас на обзоре Toyota Noah Hybrid 2014 год в белом цвете. Бензиновый двигатель объемом 1,8 литра, 99 лошадиных сил, гибридной установкой в 60 кВт. Оригинальные литые диски на хорошей летней резине, пробег 97 тысяч километров. Имеются ветровички, повторители в зеркалах. По салону у нас чистый ухоженный темный салон, не прокуренный. 3 ряда сидений, раздельный климат-контроль, кондиционер, хорошая мультимедиа, режимы эко, мультируль, две электродвери, кнопка старт-стоп, электрорегулировка зеркал. Также у нас имеются противотуманные фары.